Одинцовский округ входит в число лидеров по реализации программы догазификации населенных пунктов. Актуальные вопросы проведения социальной газификации в Московской области обсудили на еженедельном совещании губернатора Подмосковья с правительством и главами муниципалитетов. В третьем квартале 2021 года предусмотрена подача газа в 1070 домовладений. На сегодняшний день подключено уже 432 дома, это более 40% от запланированного количества.